Всем привет, ребята! С вами мастер настроения. И сегодня мы будем насыпать в молоко Орбис. Ну, то и название. Вот так что мы вот Орбис у меня тут осталось не очень много. Смотрите, фокус. Оп. Вот так. Оп. И почти нет. Но они в крышку льют. Вот молоко, обычное молоко сейчас. Ну, я уже знаю, какая будет реакция, потому что я это уже проверял. Ну, я не буду вам говорить. Сейчас я насыплю Орбис в молоко. Все, я установил камеру. Сейчас мы будем насыпать Орбис. Я думаю, можно, конечно, еще, но я думаю, не надо. И будем и посмотрим, как они там будут расти. Ну, я уже знаю, но я же вам не буду говорить. Смотрите, вот какие у меня есть игрушки. В Магните проходит акция «Заведи новых друзей». Герои DreamWorks. Вот. Я собрал всю коллекцию, 10 штучек. Вот, кот в сапогах, Алекс, Лев, Грамгильда. Она, кстати, самая редкая. Беззубик. Цветан из фильма «Тролли». Кстати, Цветан — это мега-брелок. Вот тут. Ослик из Шрека. Босс Молокосос. Его вы все знаете, наверное. Панда Поиск, кунг-фу панды, пингвин Шкипер из, я забыл, как это называется, и Розочка, она тоже у нас мега-блевок. Вот такие игрушки я собрал, они очень прикольные на ощупь, мягкие такие. И по красоте также к ним прилагаются кружечки. Кружечек 400 миллилитров. Чтобы такие игрушки получить, надо накопить или 20, или 80 наклеек. 20 наклеек это получается, ты за 450 покупаешь эту игрушку, а если 80, за 100 рублей. Ну, 99. Так. А теперь будем ждать. Ну, снова привет. Смотрите, что тут у нас уже получается. Как они слиплись. Сильно, чуть-чуть надулись. Я уже жду тут час. Они должны уже были вырасти, но не получается. Ух, прикольно. Кстати. Сейчас давайте сольем воду и посмотрим. Смотрите, я слил воду, ну, молоко, точнее, почти все. Смотрите, оно там затвердело. Я даже не могу его выкопать. Эх. Ой, какая это гадость. Это могло в фильме ужастиков сниматься. Вот эти Орбис, если их очень-очень много сделать. Противно. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте большой лайк и не выращивайте Орбис в молоке. До скорой встречи. Всем пока.